Приветствую вас, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про конструкторское бюро. Официально, конечно, новостей никаких про конструкторское бюро нет, и это очевидно, поскольку это как сюрприз, оно выходит всегда неожиданно, но по интернету уже полным-полно таких новостей, поэтому давайте поговорим уже про конструкторское бюро, которое будет в августе, и танк, который в нем будет, это немецкий тяжелый танк 10 уровня Kampanzer 07. Поговорим за его ТТХ и посмотрим на его броню и то, как у него опускается орудие. Вначале посмотрим на то, как опускается орудие. Всего лишь 8 градусов. Всего лишь, если смотреть на танки, у которых 10 градусов. Но и, в принципе, хорошо, если смотреть со стороны 6 градусов. Грубо говоря, это среднее, но на корму орудие не опускается на 8 градусов, оно просто торчит прямо. Нужно иметь это в виду, и это можно считать, что минусом, неудобством, при том, что орудие и так не на 10 опускается и не на 9. Ну, 8 это так, приемлемо. Это не минус, не плюс, это вот в принципе пойдет. Теперь посмотрим его броню. НЛД легко пробивается, даже восьмерки будут ББшками пробивать. Также есть уязвимые зоны по краям ВЛД, там 250 мм. Ну и само ВЛД от 300 до 270. В целом не так уж и плохо. Лоб башни очень хорошо бронированный. Броня в целом неплохая. Но имеется небольшой лючок, у которого 100 мм с небольшим наклоном. Также борта у нас 70 мм, в верхней части 100 мм. С такой толщиной в борту слишком сильно перекручивать не захочется. Также имеется надгусеничная полочка, которая всего лишь 30 мм. И если вам танки будут стрелять снизу вверх, они будут очень легко пробивать. В целом, пока что меня танк устраивает, не такой он уж и плохой. Теперь давайте посмотрим ТТХ. ДПМ 2700. По сути, такой ДПМ у многих тяжелых танков, у которых не слишком большая альфа. А у нашего танка альфа 410. Пробитие основным под калибром 270. Специальный снаряд у нас кумулятив 320. И вот пробитие кумулятивом 320, это как-то, ну такое, неплохо. Не супер хорошо, ну так, приемлемо. Сведение 1.6, точность 0.32, это прямо обалдеть. Также еще про скорость полета снаряда. Кумулятивом 900 с хвостиком, под калибером 1300. Что касаемо стабилизации, она здесь немножко хуже, чем у суперконя. Намного лучше, чем у тяжелых танков с большой альфой и кривыми пушками. Но и до самых стабилизированных орудий тоже не дотягивает. Но со сведением 1.6, я думаю, что стрельба должна быть комфортная. Также у нашего танчика еще обзор 410, максимальная скорость вперед 50, назад 15 и удельная мощность почти 17. Смотрю на эти параметры, в целом получается не такой уж плохой танк, единственное, что непонятно, насколько жестко он будет критоваться, будет ли он гореть в лоб, а я что-то подозреваю, что с критами, наверное, у этого танка будет все плохо. Внешне танк похож на какого-то распухшего с ковшом леопарда, еще интересно, какой у него будет 3D стиль, номерной, которые обычно у нас присутствуют в конструкторском бюро. Обязательно в комментариях пишите свое мнение, как вам такой танчик, как вам его параметры. Понимаю, конечно, что этот танк хоть и бронированный, но на нем тоже нужно танковать с умом. Также у него небольшая альфа, нужно играть от ДПМа, играть от башни, но у ВН не 10 градусов, а 8. Но также у него присутствует неплохая скорость, и это что-то интересное и неплохое. По крайней мере, не играя на этом танке, а глядя на броню, параметры, мне так лично кажется. Когда я этот танчик получу и поиграю, покажу вам на стриме, тогда мы с вами еще прям уверенно решим, что из себя представляет этот танк. Если предварительно посмотреть на этот танк и сделать какой-то вывод, то вроде как у него и со скоростью все в порядке, и с орудием все хорошо, оно и стабилизированное, оно и точное, и сведение хорошее, и пробитие неплохое. Единственное, что голдой хотелось бы побольше, но это... Конечно, всегда хочется больше. Альфа необычная 410. Мне кажется, такой альфы я вообще не припомню, что в игре когда-то была. Да и лобовая броня тоже на месте. Не сказать, что уязвимые зоны большие. И УВН, и 8, это в принципе приемлемо. По сути, жаловаться в этом танке мне не на что вообще. Единственное, что я хотел бы еще посмотреть, какой у него 3D стиль. Пишите свое мнение в комментариях про этот танчик, про конструкторское бюро. Как вам это мероприятие? На мой взгляд, пока что мне лично конструкторское бюро
не особо заходит, поскольку все танки, которые там были, они все мимо меня. Я потратил кучу ресурсов, и все танки, которые там были, мне все не зашли. Я надеюсь, что это первый танчик, который мне понравится, поскольку если в этот раз я солью кучу ресурсов и получу танк, который мне уже, который по счету там не нравится, это будет просто ужасно, короче. С вами был Варчик, играйте красиво, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи, пока.